который зародился благодаря нашей передаче. С песней «Поздняя любовь» на сцене Татьяна и Игорь Байтман из села Харлова Алтайского края. Встречаем. Встретились мы, разве это любовь и на пороге зимы? Говорят, ну и что ж, пусть себе говорят, на закате сильней трав густых аромат. Поздняя любовь, поздняя любовь, не беда. Поздняя любовь, нежная, не оставит нас никогда. Чем мед, алой розой она среди ночи цветет, а у поздней любви колдовские глаза, от которых вовек оторваться нельзя. Встретились мы, разве это любовь и на пороге зимы? Говорят, ну и что ж, пусть себе говорят, на закате сильней трав густых аромат.